Зарплата неравномерная. Да, неравномерная. Где-то предлагают 5 тысяч, где-то платят 15, где-то 20. Ну, понятно, что те, кто снимается в главных ролях, там совершенно другая зарплата. Я сейчас говорю о эпизодниках. Ну, а кто снимается в рекламах? В рекламе вы можете получить от 60 тысяч и выше, а также можете работать в рекламе и за 10 тысяч. Все зависит от того, какой производитель создает рекламу. Ну вот когда у нас был Макдональдс, тогда ребята получали по пол ляма за один съемочный день, за 12 часов работы. Неплохо, отлично, но сейчас у нас вкусная точка. Они платят не так много, честное слово. Но вам решать, на какую зарплату вы хотели бы согласиться. На зарплату в 5000 я очень редко отправляю свое резюме, честно вам скажу. Ставка в основном, на которую я работаю как эпизодник, но это я состою в агентстве актерском, составляет от 15 тысяч и выше. Я считаю, что это хорошая актерская зарплата за 12 часов работы. Актерское мастерство – это все-таки американские горки. Там нет стабильности и не будет. Задайте себе вопрос, а стоит вам идти? Потому что как будет только первое препятствие, вы сразу начнете сомневаться, вы сразу поползете назад. Дайте место тому человеку, который действительно хочет стать актером. Вы наверняка творческий человек, но может быть все же заняться чем-то другим?